Пасмурный день и еще теплая почва. В таких условиях сибирская яблоня приживается идеально. Теперь Нагорный парк украшают 30 молодых деревьев. Волонтеры экологического движения «Зеленая дружина» проводят акции по озеленению во всех городах, которые отапливает сибирская генерирующая компания. Сегодня «Зеленая дружина» группы компании СГК высадила эту замечательную яблоневую аллею. Приоритетом нашей компании является не только согревать города, но также и подготавливать эти города к комфортному и приятному проживанию жителей. В этом году очень большое внимание как городская администрация уделяет именно вот этому уголку, чтобы здесь какой-то создать кластер отдыха для горожан. Мы решили тоже принять в этом участие. Зеленая дружина СГК – это десятки людей, неравнодушных к своей планете. Каждый желающий может войти в их ряды, присоединиться к озеленению благоустройств города, проводить экологические акции и уроки. В этом году благодаря зеленой дружине СГК по всей Сибири посадили более 18 тысяч деревьев. Молодые саженцы появились в Барнауле, Бийске, Абакане, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Рубцовске. Кстати, экологическое движение сибирской генерирующей компании вошло в число лучших добровольческих инициатив по результатам отбора Министерства экономического развития России. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.